Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот о чем расскажут журналисты печатного издания. Городские управляющие компании исправляют нарушения. Однако во многих дворах техники просто не проехать из-за припаркованных автомобилей. Кто виноват и что делать? В доме номер 10 на улице Подстаницкого сгорела шестикомнатная коммунальная квартира. Из подъезда были эвакуированы 43 человека. Когда мурманчане смогли вернуться в свои квартиры и какую поддержку оказал погорельцам город? Бесплатную юридическую помощь могут получить 17 категорий граждан. Кто из северян попадает в эти категории и какие услуги могут оказать гражданам адвокаты?